Итак, господа, всем здравствуйте! У микрофона Феникс, и мы продолжаем играть в парк юрского периода. И наша задача, как вы помните, в той серии грохнулся вертолет, и нам надо спуститься как-то вниз. Так, давайте попробуем лестницу опустить. Ага, не двигается с места. Защёлку. Вон она. Давай-ка защёлку. Есть, а теперь лестницу. Она все равно не двигается. It's brand new, so it might still be a little stiff. Maybe if you put more weight on it. What? You mean stand on it? Yes, ride it down. Okay, but we should probably be ready to move as soon as it comes down, so we can stick together. Так, ну давайте, чё. Sweetheart, listen. I want you to be ready to climb down the ladder as soon as it's extended. Okay, Dad. Dr. Sorkin. I'll be right down. Все готовы. Я надеюсь, все готовы. No, I see the problem. The whole ladder is just slightly bent. It can't slide freely. We might be able to force it. Must have been the crash. Looks that way. I think we're gonna need a crowbar or something to get it open. Oh, well, then we're gonna have to get creative because there are no tools up here. Ну как нет инструментов? В такой большой херне нет инструментов. Так, ладно. Сюда еще можно. Так, лестницы вот сюда. Давайте попробуем. Смотрите, смотрите, они на нас смотрят. А вон есть какой-то люк. Куда он ведет? Ой-ой-ой. Слушайте, они тупые вообще. Они башкой бьются прямо об железо. Так. Доктор, как отключить питание? Доктор Соркин, эта антенна — это единственная вещь, которую я видел, которую мы можем использовать, чтобы открыть ладеру. Есть ли какой-то способ отключить power на эти лампы, чтобы я мог взять их? Not from up here. The aircraft alert beacons aren't ever supposed to be disabled. The best I can do is make them flash on and off. How? I can switch them from nighttime to daytime operation. They shine continuously at night, but during the day they flash. Обалдеть, у нас. Contrast. Ага. Ладно, давай, док. Жми. Okay, I've switched the beacon lights to daytime mode. Hopefully that wire won't be live while the lights flash off. Так, теперь переходим на нас. Да, вот сейчас. Есть, успели. Ха-ха-ха, есть. Не шарахнуло нас. Так, теперь нужно опустить лестницу с помощью этой штуки. Давай, чувак. I couldn't move it by jumping on it, I'm never gonna be able to pry it by myself. Dr. Sorkin? Yes? Can you give me a hand with this? You pry while I put my weight on the ladder. Certainly. Okay, Dr. Sorkin, а они не хотят отогнать этих динозавров внизу? Или как? Okay, Dr. Sorkin, on three. На счет три. Раз. One, two, three. Давай. Ну давай же, ну. Давай, давай. Ну давай, доктор Соркин. О, черт. О-о-о. Так, тихо, нормально. Блин, вот дерьмо, вот дерьмо. Ладно, доктор, давайте, теперь вы. Ой-ой-ой-ой-ой, эти твари высоко прыгают. Док. Да прыгайте-то вы уже. Почти поймали. Отлично, теперь бежать. Гуд. Да бегите, чё вы на них смотрите-то, ё-моё. Бегите, доктор, а то вас кушают. Давайте, давайте. Я надеюсь, эта штука умеет опускаться. Давай, мужик, дверь. Есть. Фу. Так, а что с теми ребятами, которые на вертолете-то? Ага. Прыгай, Билли. Чё, они там выжили все?
А, это как сейчас стоит, курит. Все через башка будет трещать, как сейчас. Да нет уж, амиго. Сейчас на... Так, а девчонка-то выжила, кстати? Предательница. Какой план? So, we lost our ride, and the only person we managed to rescue so far doesn't even work for InGen. Now what? See if you can find anything useful in the wreck. Make sure the girl's okay while I scout. Поискать что-то в обломках. Ну, в принципе, разумно, да, поискать что-то в обломках. Пушку, например, какую-нибудь. Still, the cook-off was a hell of a show. Смотрите, от вертолета вообще ничего не осталось. Давайте поглядим, что здесь у нас. Я надеюсь, он не взорвется. Так, что там? All our weapons were in there. I was just getting used to that AK too. Looking pretty safe. One more look, just to be sure. Что тут смотреть больше нечего, по-моему. А вот еще что-то. No fuel left. Must have been a hell of a blast. Топливный бак вообще разорвало, наверное. She's ever gonna do. Should be safe to make camp here. Так, тут ничего нельзя. Так, как высоко можно смотреть? Ладно. Ну тут ничего, вообще ничего. Так, куда можно переключиться? Давай на девушку. I should see if the girl's okay. Че, тащить на себе ее? Oscar might want to talk to her when she wakes up. Let's postpone that little reunion. А у нее нет оружия там, нет? Тик-тик. О, там что-то есть. Сумка, конечно же. Сейчас он найдет эту баночку. Вот она. Барбасол. I have a can just like this back in San Jose. Oh man. I hope it's not for her face. Надеюсь, это не длится. Could just be full, I guess. It's only sloshing at the top. Sounds half empty, feels full. Why is that? Открой его, посмотри, что там. Used to store his second set of keys in a fake pop can. I wonder. A lady has a secret stash. У леди есть секреты. Опа. По-моему, Тирекс решил проверить. Ёлки-палки. В одной серии, помните, мы с этим Тирексом улетели от него, и похоже, он нам сейчас не даст так просто уйти. Он уходит. Черт возьми, Оскар, у меня только одна пара штанов. Вертолет не взорвется, но практически все, что было в нем, включая наше оружие, сгорело в огне. Брать нечего, кроме этой девки. This is base camp for now. Hey, get this. I found this can of shaving cream in her pack. Didn't think you needed any. Yeah, whatever you say, Fuzzy. Except it's not really shaving cream. Look. So, now итак, какой план теперь? Так, давайте о девке подумаем. That shaving cream can looks like some real CIA stuff. What do you think she's up to? Ask her when I ain't around. If she won't tell you, I'll make her talk my way. Давайте что, бабу будем допытать? Yeah. I'm gonna go look for our friends. Shouldn't I come with? We lost the guns. Means I gotta be in stealth mode. You saying I can't sneak? I'm saying neither one of us can sneak and watch her at the same time. Но если он уйдет, а чё, а вдруг его там съедят, а как мы будем это знать?
Так, по ходу дела мы сейчас будем за этого мужика играть. Надеюсь, он догадается, что они там внутри-то. Ага. О, смотри, какая умная тварь. Твари, ты смотри, как открывает двери. Понятно. Ух ты, ух ты, ух ты, сейчас мы можем стать заметной целью. Так, осторожно, осторожно, мужик. Опачки. По стелсу иди. Они все жрут. Такие маленькие, аж столько много жрут. Так, что будем делать? Давайте нажмем. Что там произошло? Ладно. Давайте пойдемте туда наверх. Ага, нельзя туда идти наверх. Лестница шумит. Ладно, лестница отменяется. Пойдемте под. Черт подери. Черт. 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 Черт, надо так быстро нажимать. Эй, давай помедленней. Тихо, 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 тихо. Вы меня не видите. Эти мрази внутрь пошли. А одна там в загоне жрет. Закрой дверь. Дверь закрой и попробуй открыть вот эту дверь. Дверь нельзя закрыть. Че, он пойдет за этими тварями? По-моему, это глупая мысль. Да, мужик, ты шутишь. Надо было лучше попробовать открыть. Ну ладно, уже выбор сделали. Ой, динозаврик, смотрите. Ладно, мы сделали выбор. По крайней мере, могли сделать другой выбор. А это проснулся, никого нет. А где парниша-то, который должен быть с ним? Оставили меня одну, идиотос. Тут и без перевода понятно, что он сейчас сказал, идиотос. Так, давайте осмотримся, что тут есть-то. Looks like I was only out for a little while. The embryo should be okay for now. Так. И что дальше? Чё ты хочешь еще? О, сумка. Надо сумку точно проверить. А, все, нету. Парнишка-то украл. Ищешь не это? Это моё. Не, подруга, это уже не твое. Не зарасходовал. Не заразаешь, леди. But you're supposed to shake it before you use it. Says so right on the can. You want to tell me what's so important about shaving cream, or do I ask it, Jen? Правильно все делает. А, мы типа из-за нее сейчас. Так пошел ты, это мое. Давайте скажем правду, чё. Embryos, dinosaur embryos. If you drop them, they'll be destroyed. Embryos, huh? Wow. I knew you were up to something, but this is pretty clever, I gotta admit. Engine's gonna love me for bringing this back. Talk about a bonus. Говорим о награде. Look, Yoder. Billy, right? Maybe we can make a deal. This ought to be good. Shoot. Предлагай. Рыцари. Please. I don't expect you to trust me. But the right thing to do is to give it back to me and let me go. Что нажал будет давить? I have a daughter.
I need the money to get her out of the ghetto. You know what happens to girls there. She doesn't deserve that life. Are you for real? Okay. Keep talking. А он ведется, женщины, ёлки-палки. There's a lot of money in it for you if I get those embryos to my contact before they go bad. Историю давай расскажем. Turn that over to Injin. You get a pat on the back, maybe a little Christmas bonus. You leave it to me, you become a rich man. Pay off your debts, quit your job. No more guys in suits telling you what to do. Just think about it. Come on, Billy. The money's good. And you'll be helping me save my daughter. Everybody gets a little something. Okay, here's the deal. One, I'm in charge. I keep the embryos, and as soon as it's safe to break away. Да не, я думаю, непроста эта девочка. Она, конечно, сейчас поведется, потому что эта штучка не у нее, а потом она его как-нибудь подставит. Мне кажется, будет что-то в этом роде. Why? Because he's my partner, that's why. It'll be fine. Trust me. Now sit tight and lighten up. Not every woman gets to enjoy the sunset on a tropical island with Billy Yoder. А, чаёк, господа. Так, ну я, по-моему, нужно им двоим двигаться в ту сторону. О, эти внутри. Хотя здорово, что мы этим спецназовцам внутрь пошли с ножом. По крайней мере, он их прикроет. Can we get there from the tunnels? I believe so. All right then, lead the way. Want to get us out of here as soon as possible. No more science projects, okay? I understand. So, Laura, I've been meaning to ask you, why don't you do your radio show anymore? You had a radio show? Well, it wasn't really radio. I'd hack into the park intercom and play choice cuts for my record collection. Lately, I haven't had the time. Did you really have to show Artie Bridges how to do it? Believe me, I regret it. But how was I to know how bad he was? He begged me, said it was his dream to be in radio. You know what, he should stick to managing the janitorial group. He's awful. He certainly is. I guess there was a reason it was just a dream. He actually records his show ahead of time so that he can broadcast during work hours. Смотрите, по стелсу идет динозавр. Невероятно. Did you guys hear that? Sounded вот like твари. A rat. Mm-hmm. Dinosaurs aren't the only invasive species InGen brought to the island. There are lots of rats in these tunnels. Maintenance is always setting traps down here. Так, почему вы не начальник? Well, as long as we're getting to know one another, how is it that Dr. Wu became chief geneticist over you? That's an easy one. Frogs. You're saying frogs kept you from getting promoted? Specifically, their DNA. Before we could clone any dinosaurs, we had to decide how to fill in the gaps in the DNA sequences we found. I remember this from the tour. You found dino blood inside mosquito fossils, right? That's right. I wanted a complete prehistoric genome. В моските нашли ДНК динозавра. Невероятно. Amber samples. It would have been safer, but would have taken time the board of directors didn't want to spend. Well, even Dr. Hammond's spare no expense philosophy has limits, I guess. Exactly. Henry, Dr. Wu, proposed using frog DNA to fill in the gaps. It was risky. We still don't know all of the effects, but it was a solution, and a fast one at that. Ген лягушки добавили. So Henry became chief geneticist, and I took to the field. Don't worry, Jess. We should be safe in here. Where do all these doors lead? Я думаю, вряд ли вы в безопасности, потому что за вами уже следят. The systems are in there. Electrical, water, air conditioning, you know, that sort of thing. The tunnels on this side are for transporting animals, personnel, and food. That's why they're so big. They are separate from the maintenance side to prevent accident. На правильном пути, док. You sure we shouldn't head to the visitor center, Dr. Sorkin? InGen is bound to start there when they don't hear from the rescue team. These tunnels don't run all the way to the visitor center, and I don't know about you, but I'd rather not risk any more overland travel. Good point. Has anyone seen my cigarettes? I could swear I had some. I didn't realize you smoked. Normally I manage to duck out a few times a day, but we've been preoccupied. Where did you last have them? Right here in my pocket, or so I thought. Maybe they fell out when we jumped from the water tower?
I suppose. Oh well. Вот они, смотрите, какие. Как следят, какие хитрые подлые. Сигареты. Девочка, ты что, куришь, что ли? Do you mind if we stop for a rest? My legs are killing me. I suppose we could all use a break. Так, эти сели отдыхать. I don't know how much longer those embryos will last. We need to meet my contact at the boat. We're staying here until Oscar gets back. We don't even know if he's alive. Oscar's fine. He's coming back. And come hell or high water, we are not leaving. Опа. Тирекс вернулся, походу, дел. По-моему, мы сейчас отсюда пойдем. Then again, maybe you have a point. No time. Hide. Нет времени, прячься. О. Ой, там уже Тирексы гоняют их. Че он стоит тупит-то? Эй, таракашка! Фу! Оти! Ой-ой-ой, да это упоротое животное! Ой, он нас чем-то кинулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет! Ты меня не видел. Беги! По-моему, Терексу похеру за кем гоняться. По-моему, вообще без база. Он всю жизнь, наверное, за кем-то гоняется. Смотри, какой глаз адский. А эти исчез. Какие хитрые эти твари, обалдеть. No, Well, you know what? Actually, you know what? I maybe I will. All this running around, my muscles probably need whatever protein I can give them. My thoughts exactly. I haven't gotten this much exercise since Carnival. I guess we've got a lot of extra lysine now that the parasaurs don't need the external supply. Yeah, about that. It's not just the parasaurs. We added the antidote to the main water supply. But that'll reach every dinosaur in the park. The lysine contingency. Так. You're insane. Да я же говорил, помните, я в той серии говорил, что это докторша безумна. И оказалось на самом деле так. Экосистема. These animals are now part of the global ecosystem, whether we like it or not. We can't expect them to exist outside of it. There's not an environment on Earth, including this one, that can maintain equilibrium with these animals around. Invasive species. It doesn't even begin to describe the problem. You're thinking in terms of human lifespans, Jerry. The biosphere is resilient enough to handle one generation of dinosaurs, even if there's a recovery period. A recovery period? Слушай, женщина, ты вообще какая-то. А почти 200 километров океана с этим не справится? Do I need to remind you that there are 120 miles of ocean between Isla Nublar and the mainland? The lysine contingency was cruel and unnecessary. А что, если они умеют плавать? Do you know for a fact that none of these animals can swim? Oh, come on, Jerry. It's how Asian elephants migrated to Sri Lanka from India. There's precedent. You're being ridiculous. There's no evidence sauropods were swimmers. None. Да вот поехавшие. You see them in the field every day. Have you ever even seen one of our dinosaurs try to swim? We keep them in cages, Laura. They don't get the chance. I know this. More quadrupeds can swim than can't. Он прав, на самом деле. А вдруг они реально умеют плавать? Все-таки ген лягушки же, а лягушки умеют плавать, правильно? Логично. Хоть она и докторша, она, наверное, это знает, просто она защищает свой этот, какой, лизин. The remote possibility that a dinosaur could make it to the mainland is far outweighed by our responsibility to treat these animals humanely. Послушай, женщина, эти животные,
Несколько минут назад тебя хотели... Ладно, наконец беседы. Эти животные вас хотели несколько минут назад, там, в той серии, просто сожрать тебя, женщина. Not that you noticed, I was gone. I'm sorry, honey, I was distracted, but don't go off again like that, okay? Yeah, okay. А ты знаешь, что твоя дочь курит? Почему она забрала пачку сигарет? О, эти бегут от Тирекса. Oh, good. Here it comes. Go! Ой, беги, ой, беги, ой, беги, ой, беги! Беги! Я же полностью уже нажал. Они его хотят закрыть, я понял. Беги! А, там другой динозаврик. Оу! Кажется, ей голову откусила. Ладно. Еще раз. Не успел нажать вниз, вниз, вправо. Да блин, я не успел вправо нажимать, ты ёкарный бабай. Так, еще раз. Оп, вверх, вправо, да ёлки-палки. Давай же. Так, смотрите, он очень слепой, очень слепой. А этот очень упрыгий, то есть Тирекс его поймает все равно. Это не Тирекс, это убийца какая-то. Потихонечку, дамочка, давай, пошла. Вот именно, кстати, эти животные, по-моему, жрут только каждый раз и все. Беги! Перегонки с Тирексом, я не знаю. Уу, нифига сальтуху какую сделал. А дверь закрыть как? Да ладно, вам придется вернуться к Тирексу. Вы шутите, наверное. О, все, а это мы по стелсу идем за ними. Тут никого. That's right. Go. Там лестница. Давайте осмотримся, что тут. Что в этих коробках? Это место, чтобы спрятаться. Так, ладно, свет мы не будем включать. Давайте попробуем туда. Закрыто, да? Ну, как всегда, все заперто. А вон и тень башки Тирекса. Черт. Блин, ну все, поймали. Опять я не успел нажать. Так, сейчас я успею нажать. Пошла уже такая небольшая жуткая хардкорность, за которую период времени нажать определенное количество раз кнопок в стороны какие-нибудь. Влево-влево. Да опять, да чтоб тебя. Все, он нас не видит. Пошел вон. Слушайте, суровый мужик, прям вообще. Опять-таки еще один, ну блеск. Что-то они разнюхивают еще, они нюхать умеют. Давай, 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 вверх он идет, 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 идет. Твою мать, не шуми, а. Да ладно, он его не унюхал, он, наверное, весь вонючий.
you done? Hey! In case you didn't notice, it wasn't exactly a leisurely stroll over here. You dropped it. You find it. Hold your horses. That T-Rex is still out there. Погоня за миллионами. Опачки. Да брось, ты собираешься подойти к этому. Подожди, пока он уйдет. Вот так вот. That was a million-dollar payout that you let fall out of your pocket. Sorry, I guess I was a little preoccupied with a giant prehistoric people eater breathing down my neck. Любит пошутить. Ну okay, ладно. Okay, so we know where it is. Go get it. I think I'll wait until our friend there leaves. А не проще подождать, пока Тирекс уйдет? I don't know if we have time. If the embryos go bad, they're worthless. The embryos are worthless to me if I get eaten by a damn lizard. You're not man enough to get the embryos. Она решила сама. Ну давай, давай, подруга. The deal is, I hold on to the embryos until we reach your contact. I know. And instead, you drop them. Yeah, well, crap. If you're gonna use logic. Just go and hurry. Mm-hmm. Вот это чай будет жесток, как я чувствую. Damn it, Billy, get it together. Just take it slow and don't get yourself killed. Так, 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 потихонечку пошли. Не привлекая большую ящерицу на себя. Или кто он там такой? Хороший динозаврик. Кушай, кушай. Меня тут нет. Ай. Все замечательно. А чё это он отвлекся-то? Привет, дорогая. Что привел такую милую девушку, как вы в такое место? Как это? Беги! Какая реакция? Черт. Хорошо, что он такой большой. Okay, great. Nice moves out there. Hey, thanks. Almost makes up for dropping it in the first place. Hmm. Так. А, опять стелс этот. Черт. Да. Давай, мужик, не шуметь, не шуметь. Вот вот ничего не надо, так это шуметь. Давай, тыркай, 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 тыркай. Есть. Опа. А там никого, да? Ха-ха. Сейчас запрыгни туда, это будет трындец. По-моему, эти идут туда, где и он. Наверное. Они же, по идее-то, за ним идут. А там глаза, смотрите. Опачки. Стой. I saw eyes. Да, это не к добру. Probably a rat or something. Keep moving. No, I saw eyes just like that before I was beaten. I won't go through that again. Big, shiny eyes? You saw them too? Not here, but yeah. У них, наверное, есть инфракрасное видение. Давай проваливай, говорит, отсюда. Кыш отсюда, динозаврик. Кыш, 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 кыш. Плохой динозаврик. Come on, we gotta keep moving. No way! Not until I can see where I'm going. Okay. We can't go back outside because of our old friend Rexy, but maybe we can get the lights on. It seems like those things, whatever they are, like to stick to the shadows. Ну что ж, давайте включим. We're in luck. This looks like a power panel right here. Ха-ха, здрасте! Ой. А, нет. Я уже думал, он открыл эту тварь там. Сейчас он на нее с тесаком кинется по-любому. Хе-хе. Сейчас он свет включит и его увидит.
than I'm used to, is all. Ну, зеленый надо нажать. Так, и что жать надо так? Инструкцию. Relax. This thing is just a glorified fuse box. What about that thing there? Maybe you have to prime it before turning it on, like an oil pump or something. Look, no offense, but this type of electrical system is probably way ahead of anything you've seen before. I got this. Ладно, зеленый нажми. Push to close. Нажмите, чтобы закрыть. Close what? Закрыть что? Well, that was my best guess. Ну, есть красный. All right, I got it now. Close your eyes. You're about to lose your... Блеск. Мы вообще весь Night свет vision. Вырубили. Они вообще свет нафиг выключили. What's going on? Dad? Over here, Jess. It's all right. The backup generator wasn't meant to last this long, that's all. No, that's not it. We should have been fine for days. How the hell was I supposed to know open meant turn everything off? I mean, it's counterintuitive. You would know if you read the instructions. Why don't you yell a little louder? I think there's a dinosaur on the other side of the island that didn't hear you. Jeez. Whatever. There's a close, right? Ну давайте зеленую нажмем. There's a close, right? Close that crap right up. Во, 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 свет. Yeah, that's right. Who's your... Да. Ха-ха, увидел. Оп. Все как заработало, смотрите. И началось. Damn it, Artie. He's not still here, is he? No. From the sound of it, he queued up this last bit of tape and took off. So here's a little something to get you ready to set sail. О, музыка заиграла. ПВП! Вот это сейчас четкая ПВП будет. Ух ты! Ай, нож не поймал. Твою мать. Давай, давай, вот так вот. Вправо, лево, вверх. Вот так вот. Давай, мужик, приходи в себя. Мимо. Ах ты, зараза, ну блин. Как же тут сложно-то это все, а? Так, вправо, лево, вверх. Есть, поймал. Теперь вот это вот, вот эту фигню больше всего ненавижу. Есть. Да опять не попал, да чтоб тебя, ну. Да это пипец какой-то, господа, ну это жесть, ну. Сейчас, сейчас все будет, сейчас все будет. Тихо, бух. Ну, давай, прижми его. Ну, давай, давай, ножом его пырни. Ну, глаз хотя бы. На, сальтуху. Воу. Давай, кали, 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 кали. Нет. Блин, сбил. Черт. Это было так близко. Так близко. Еще раз. А, еще раз не будет, да? Понятно. Сальтуху. И сейчас лоу-мо. Давай. И... Где опция? Да! Mother of God. I did it. Оскар? Three more. That way. Осталось трое, идите сюда. Да он вообще уже, короче, Marty, просто как Рэмбо с этим ножом. You are my new favorite person. You've forgiven me for fixing the lysine problem? Don't push it. Holy crap, Oscar.
Ни хрена себе, Оскар, ты только завалил одну из этих тварей? Почему вы здесь? Сейчас он тоже узнает о плане. What? Let me guess, you have a plan. Yeah, well, turns out these things are worth a lot of money to the right people. I mean, a lot. You're pretty self-righteous for a thief. I wouldn't be a thief if you hadn't stolen this island from my people in the first place. I didn't steal anything. The Costa Rican government rented this place to InGen. And you did their dirty work, didn't you? I did my job. Я, говорит, делаю свою работу, как и сейчас. And how many people are you going to kill today? Shut the hell up, or I'll start counting with you. Whoa, whoa, no fighting. Save it for the dinos, huh? You going along with her? Hey, I'm not doing anything unless you're down. But come on, Oscar. Do you really think InGen gives a rat's ass about us? Look what happened to B-Team, to Decath. Their families are gonna get a PH. Ну, по крайней мере, у этих троих есть план, а у других троих пока плана, я так понял, нету. Do I gotta remind you we're working against the clock? There's no time to save these people and be her errand boys before this place turns to ground zero. You mean ground zero? Nothing. We could do it, Oscar. We've got a call for another helicopter anyway, so one of us takes the eggheads back to the mainland and the other takes her to meet her contact. Let me guess. That last part would be up to you. You just tell InGen that I bought it like the rest of the guys they sent. Then you and I hook up later to split our cut. И спасатели превратились в воров. But I don't trust her. Okay, baby, count me in. Да ладно, жердяй, соглашайся сейчас. По крайней мере, нужно решать очень быстро все. И одному здесь вряд ли выжить. Alright, let's move out. Take it slow and quiet. Здесь неудобно сделали они, знаете что, помните Walking Dead, если мы играли за одного Ли, допустим, я имею в виду, да? То... Там мы отвечаем на вопрос именно Ли, а здесь приходится из-за каждого, как бы сам задаешь сам себе вопрос и сам отвечаешь. Куда ты пошла? Курить. Она пошла курить. Я угадал. Where is it? I know it. Yes. Ха-ха-ха, вы видите это? Привет. Ешь пачку сигарет. А, не понравилось, да? Открывай чертову дверь. Закрывай чертову дверь. Ёлки. Я же говорил, она курит. Помните, в той серии я говорил, что она курит? Она курит. О, какая. Палку бери, палку. На, побалди. Ой, там еще. Ой-ой-ой, же, все, беги, бегите, бегите. На. Бегите, бегите. Чё ж вы стоите, смотрите? Давай, может их собьем, а? Давай, заводись. Ручник. Не, что-то мы назад поехали. Реверс, на заднее же, реверс. Блин. О. Четко. Пошли, пошли, пошли. О, па-па-па-па. О! Смотрите, он с ними любит драться, по ходу дела. Смотрите, отступил. Но он его пометил, у него глаз меченый. Интересно, у динозавров хорошая память? Говорят, у слонов очень хорошая. No problem. Okay, no problem. Let the man breathe. Yoder! Hey. You're alive! We're alive? I'm surprised you guys lasted 5 minutes without me and Oscar. Thank you. Forget it.
Это кровь? Oh my god, you're bleeding. Are you okay? No worries. Belongs to one of them. Как вы выжили? So Yoder, how did you guys like not die when the helicopter crashed? Well, me and Oscar got out on our own before we hit, but Nima needed a little help. Isn't that right, Oscar? Well, I'm just glad you're all okay. Ну, все замечательно, все жили. Все, ты, в смысле, выжили, это очень здорово и потрясающе. Well, hey, I outran a T-Rex. It's nothing. Just another fight. Are you gonna get a tattoo of a raptor now? Ха-ха, теперь сделаешь тату с раптором? Not a bad idea. You aren't fooling me. What now? You can pretend to be a hero all you want, but we both know what you really are. You're right. We do. Это что еще такое? Что-то из них дуть стало, по-моему. Что это? Что в этих баллонах? Everyone, we have a problem. Что там? Что случилось? Что это такое? You've seen the flickering lights, now the steam eruptions. Something's gone wrong with the island's geothermal power plant. That's not our problem. When the power plant explodes, it will be. It's not bad. Она может взорваться, это очень плохо. The system says it's supposed to shut itself down if something goes wrong with the steam pressure. И что делать? Почему электростанция? As I recall, only two or three people on the island were trained to safely operate the main power controls. So, turning the power off and on requires special training? Ильон. Как нам туда добраться? Get to the power plant from here, I'm completely Блеск, теперь всей кучи, мы идем спасать целый остров. Мало нам динозавров еще. How can we stop the power plant from exploding? We have to do something, and quickly, but I won't know exactly what until we get there. No time. Say goodbye to your dinosaurs, Doc. You can dig up the fossils later. When the power plant explodes, it'll take us with it. Unless you have a spare helicopter ready to lift off. У нас, кстати, был план вызвать вертолет. Listen up. You're gonna show me the corridor that goes to the power plant. I'm gonna scout ahead and make sure there's no dinosaur party happening when we get there. Can I come? I know I can help. You're staying right here where I can keep an eye on you. Hey, I saved you, remember? Besides, those things are afraid of him. You wandered off, Jess. Oscar doesn't mind, do you? Oscar? А Оскар уже пошел. Так. When I saw the helicopter crash into the jungle, I thought you guys were goners. We're fine. Похоже, Оскар пошел на самоубийственную миссию. I'm sorry. I was only trying to protect myself. Me and the Mercs, we worked it out. Worked it out. How? Don't worry about it. We're okay for now. Так, значит, вы друзья? That's great. So everyone's friends now, huh? I wouldn't put it like that. Они скорее сказать партнеры. No way. Did you guys make out? We've decided that we can all work together. Let's put it that way. Hey, Oscar's back. What'd you find, что ты нашел, приятель? Что же мы там? Home is clear, but the door to the plant is locked. Двери электростанции закрыты. Either you got a key? I'm afraid not. How about a smoke? I wish. I swore I had some on me, but Jess, something to share? I'm sorry. I just wanted to borrow them, but then the dinosaur was there, and I threw them, and I think it ate them. Jessica Marie Harding. First, you get caught stealing a T-shirt from the mall. Then you steal binoculars from the park and lie about it to my face. Now you've taken Laura's cigarettes? You let the raptors get to us because you wanted to smoke? Первый разговор с отцом, что курит. Мама курит. Mom smokes. You did too when I was younger. That's not the point. It's not just the smoking, it's stealing. It's not listening. Remember, the main reason you're on this island is because your mother thinks I might be able to straighten you out somehow. Right. Not because you want to see me or anything. Look, you don't have to worry about me, Dad. I'm almost 15. I can take care of myself. Впервые, кстати, указывается ее возраст здесь, что ей 15. Oh, honey, I know it feels like that.
especially at your age, but you're not an adult. You might be a young woman, physically, but emotional maturity takes time. Okay? I'm sorry, Dad, but how many times have you been married? Your kids? Have you even talked to Sarah lately? This year even? Should you be lecturing так, anyone все, about пошло, emotional короче, maturity? Давление. Damn. Plant's gonna blow, right? We ain't got time for this after-school special crap. Так, господа, мы на этом закончим эту серию. Довольно очень много всего увидели. Пошел какой-то просто хардкорщина. Пошла, просто полилась. Так что эти там, вот слышите, ругаются где-то вообще. Так что как-то так, господа. В следующей серии будем продолжать. Всем пока-пока.